Грузины, киргизы, армяне, буряты, татары, башкиры, украинцы, дагестанцы и чукчи. И это не полный список национальностей, представители которых проживают в Магаданской области. Представители диаспоры и землячеств приняли участие в фестивале «Многоликая Россия». На сцене народный фольклор, на столах национальные блюда, разговоры о традициях. 21 марта у нас Новый год у мусульман, в том числе у нас, у киргизов. В нашем новом году, короче, когда все новое растет, новая трава, новая любовь, все новое, когда начинается, естественно, у нас наступает Новый год. В фестивале участники подготовили и выставку народных ремесел и декоративного творчества. Завершился праздник вокальной композиции «Мы – единое целое» в исполнении всех участников.